Чего не хватает казахстанским музеям для привлечения туристов и чем будет удивлять Астана своих гостей в дни международной выставки «Экспо». Об этом тоже говорили на заседании правительства. По словам министра культуры и спорта Рыстанбека Мухамедиулы, всего с 10 июня по 10 сентября запланировано 4000 различных мероприятий. О самых главных – Дамир Абов. Километровые очереди в музеи Казахстана не выстраиваются, но это только пока. Министр культуры и спорта знает, как вывести отечественные хранилища произведений искусства на уровень Лувра и Эрмитажа. Во всем мире музеи – это центры туристического интереса. Вопрос стоит, чтобы этот наш национальный музей был привлекательным, что необходимо это купить какой-то шедевр. Или, тут же добавил министр, разрекламировать уже имеющиеся, благо таких в Казахстане предостаточно. Организовать выездные выставки в музеях мира, снять художественные, научно-популярные и анимационные фильмы и транслировать их на ведущих каналах. То есть мы должны максимально раскручивать наш «Золотой воин». Между тем, практика показывает, что вопрос не только в наполнении выставки, но и в подходе к ее организации, когда музеи – это не просто хранилище, а целые научные центры. Как, например, этнодеревня в Восточном Казахстане. Ежегодно ее посещают 500 000 человек. Культурные ценности Казахстана наверняка заинтересуют туристов во время Экспо, хотя музеи – это лишь малая часть обширной программы выставки, которую сегодня тоже озвучили в правительстве. На 3 месяца запланированы 4000 различных мероприятий, и все уже расписаны по часам. Из мирового масштаба ралли «Шелковый путь», чемпионаты мира по карате, художественной гимнастике, встречи боксеров, марафоны. В разрез попал канат «Ислам». Культурная программа тоже наполнена звездными именами. На сцене столичного театра оперы и балета выступят, к примеру, артисты знаменитого итальянского театра «Ла Скала». Ценителей прекрасного порадует и король оперы Пласидо Доминго. В предчувствии аншлага знаменитый цирк «Дюсселей» пробудет на выставке «Экспо» все 93 дня и даст 71 представление. Билеты будут именно на это представление. Стоит от 4 до 6 тысяч тенге. Почти все крупные события будут проходить за счет спонсоров, а посетить большинство культурных мероприятий гости «Экспо» смогут бесплатно. Дамир Абов и Азамат Саметов. Итоги дня.